Йыгыс рискует своей жизнью, чтобы спасти Хазан. Пока Йыгыс в замешательстве и пытается понять, что произошло, когда Хазан внезапно исчезла, Хазан находится в центре ужаса. Хотя беспокойство Йыгыса усиливается с каждой минутой, Синан уверен, что Хазан пошла отдохнуть. Поскольку Йыгыс со временем теряет хладнокровие, Хазан смиряется с тем фактом, что за ее кошмаром стоит Кирими. Пока Идже, которая думает, что ее сестра в отпуске из-за их последнего разговора, пытается успокоить Фазилет, целью Фазилет становится Синан. В то время как Йыгыс пытается выяснить местонахождение Хазан своими силами, чтобы не паниковать Фазилет, улики, которые он улавливает, выводят Йыгыса из-под контроля. С другой стороны, пока Гюкхан преследует свои подозрения относительно Омрума, Ясимин, которой уже нечего терять, не может найти поддержку, которую она ожидала от Селин, и переживает самое тяжелое поражение в своей жизни. Йыгыс, следуя уловке, которую он поймал, становится целью Кирими, когда он пытается найти Хазан. Понимая, что Йыгыс попал в большую ловушку, Хазан борется ценой своей жизни, чтобы защитить его, а Йыгыс уже рисковал своей жизнью, чтобы спасти Хазан. Кирими удается заманить Хазан в свою ловушку. В то время как Фазилет, которая сходит с ума от увиденного, бросается к Хазан, чтобы потянуть веревку Синана, напряжение между Хазан и Йыгызом из-за фары бросает Фазилет во власть другого страха. Хазан не понимает, что случилось с ее матерью, и выбор, который ей приходится сделать, снова меняет баланс. В то время как события в особняке выходят из-под контроля из-за решимости Хазыма и неспособности Ясимин смириться с поражением, использование Кирими, полученного ею козыря, переворачивает Фазилет с ног на голову. Хазан, которая больше не может избежать своих чувств к Йыгызу, вступает в ожесточенную битву со своим сердцем, и напряжение между Йыгызом и Хазан начинает расти. Хотя Хазан полностью изолирована в своем собственном мире из-за тяжести своих эмоций, она не подозревает, что Кирими представляет для нее большую угрозу. Хазим и Фазилет объединяют свои силы против Кирими, но когда Хазим просит Синана о поддержке в отношении Кирими, большая тайна внезапно попадает в руки маловероятного человека. Пока Кирими ловит Хазан в ее слабое место и умудряется затянуть ее в ужасную ловушку, сможет ли Йыгыс спасти Хазан от опасности, в которую она попала? Хазан пытается сдержать свои эмоции. Для Хазан путь, по которому вступает Йыгыс с фарой, превращается в путь к ее собственным чувствам. Хазан, сбитая с толку увиденным зрелищем, находится в эмоциональном пробуждении, которое она не может понять, и борется с чувствами, которые не хочет называть. Это будет не так легко, как он думает, для Йыгыса, который полагается на свою волю, чтобы идти по своему пути, не спотыкаясь. В то время как желание Селин избавиться от лжи о ее беременности с помощью Идже вызывает конфронтацию между Идже и Ясином, которая встряхнет ситуацию, Хазим, которому приходится столкнуться с ложью своей дочери, оказывается перед трудным выбором. В то время как ветер Фараха дует во внутреннем мире Хазан, предупреждение, которое она получает от домовладельца, неожиданно сводит Хазан и Йыгыза лицом к лицу. С другой стороны, пока Ясимин и Гюкхан, связанные после того, что помнит Хазим, ждут следующего шага от Хазима, неожиданный шаг Гюкхана к Хазиму тянет Ясимин за веревку. Пока Кирими, сделавший своей целью Хазан, ждет, чтобы укрепить свои силы, чтобы действовать, козырь, которого он ждет, приходит к нему из самого неожиданного места. В то время как Фазилет попадает в очаг Кирими, даже не осознавая этого, Синан, осознающий, что Хазан начинает отдаляться от него, начинает плавать в опасных водах вместе с Нилом. В то время как Хазан, которая борется с собственным сердцем, взрывается на Яге и Зэйе напряжением своего внутреннего смятения, Фарах своим неожиданным ходом готовит Хазан и Йыгызу неприятный сюрприз. Выбор Йыгыза переворачивает Хазан с ног на голову. Хазим оказывается неподготовленным к шагу Синана. Хотя противостояние отца и сына очень жесткое и болезненное для них обоих, Хазим беспомощен перед лицом безумия, в которое втянут его сын. Попытка Хазан заставить Фазилет замолчать в последнюю минуту привлекает все внимание Фазилет к Йыгызу и Хазан. В то время как искры, которые она видит, сводят Фазилет лицом к лицу с Хазан, выбор Хазан подтолкнет Йыгыза к другому неожиданному выбору. С другой стороны, Идже, узнавшая об игре Селина беременности, умудряется загнать Селин в угол. Страх потерять Ясина доводит Селин до безумия, которого не могла предсказать даже Идже. Пока Хазим пытается преодолеть меняющийся баланс в отношении Кирими, он делает опасный шаг, чтобы защитить своих детей.
Хазим, которому пришлось столкнуться с большим испытанием, касающимся его жизни и его детей, внезапно сталкивается с реальностью, которую он никогда не ожидал, в то время как Кирими, одержимая жаждой мести, теперь сходит с рельсов, думая, что она полагается на Синана. Хотя Хазан и Йигиз являются целями Кирими и Фазилет, выбор Йигиза переворачивает Хазан с ног на голову. Синан пытается узнать, кто такая загадочная любовь Йигиза. В то время как Синан, ошеломленный признанием брата в любви на кладбище, хочет узнать, кто эта загадочная девушка, причинившая Йигизу боль, то, что произошло между Хазан и Кирими, дает Кирими козырную карту. Кризис Ясина между Хазымом и Иджи омрачен давлением Фазилет на Селин и Шукрии. В то время как разоблачение игры Селин вовлекает Идже в ненавистную месть, Хазим как отец находится в очень сложной ситуации. Хазан, которую обманул Кирими, на этот раз сталкивается лицом к лицу с Фазилет, пытаясь защитить Йигиза. Фазилет, обеспокоенная тем, что Кирими является врагом Хазан, представляет большую опасность для Йигиза. Реакция Хазан на спасение Йигиза заставляет Фазилет обратить взгляд на Йигиза и Хазан. Фазилет, которую беспокоит то, что она видит, когда смотрит на Йигиза и Хазан, принимает меры, чтобы рассказать Йигизу правду о его жизни. Теперь Хазан, которая не подозревает о шаге, который предпримет Фазилет, не может остановить свою мать. Синан, которому наконец удается заставить Кирими рассказать о своем отце, переживает конфронтацию своей жизни с Хазимом, а также ужасную правду, которую он узнает. Темная ночь, полная противостояний, вот-вот сдвинет все камни. Признание Йигиза будет шокирующим для Синана. С шагом Синана к Кирими тайна, которую должна нести Хазан, теперь стала тяжелее, чем раньше. В то время как Синан подавлен тяжестью своего решения, Йигиз пытается изменить свое отношение к проблеме Кирими после конфронтации с отцом. Хазан, которая искренне сомневается в выборе Синана, осознает, что они находятся на неправильном пути, но пути назад с пути, который они выбрали, нет. Однако Кирими в опьянении от воссоединения со своим сыном становится гораздо более опасным и враждебным, чем раньше. Впервые столкнувшись с ненавистным лицом Кирими, Хазан не понимает, что произошло. С другой стороны, Идже, которая противостоит своей матери из-за Ясина, оказывается в сложной ситуации против Хазима из-за радикального шага, предпринятого Фазилет. Объединение сил Нила, Селин и Есимин против Фазилет и ее дочерей приносит свои первые плоды, когда они разыгрывают Хазима. В то время как победа Селин приводит к поражению, которое не исчезнет легко на фронте Идже и Фазилет, особняк превращается в пожар. В то время как Йигиз и Синан укрываются в одном убежище, на земле своей матери, несмотря на пережитые ими бури, не подозревая друг о друге, признание Йигиза шокирует Синана.